понедельник настал. Всем привет и погнали работать. Я уже нахожусь в Сиэтле, еду в 5-й терминал. Сдадим пустой с пятницы и вытащим груз. Как-то так. Мозг, как всегда, разведенный. Сложили с той стороны столько траков, в этот порт идет. Мы их немного обогнали. Ну так, чуть-чуть. О, как нам машут! Здорово! Когда дядя Вова сдалека узнаете. Сейчас терминал, так что это самое, пока камеру потушим перед портом въездом. Наша братва выезжает на крутючих Петровилдах. А вот и Виталик Эдриана, брательник.
990 в Керчи, как ты его снимал. Привет, братва! Красавцы просто! Скинули уже пустой, отстояли в одной линии. Теперь крутанулись, встали в другие линии. А здесь, я не знаю, наверное, целая миля, наверное. Линия с милю, короче. 1,5 километра. С одного конца порта в другой конец. Вот так вот. И в две линии стоят все за грузами. За грузами. Или за грузами. Как-то так, мужики. Сидим, ждем. Время уже 10:51. В 12 уходят на обед. Порт закрыт до часу. А нам до 4 надо грузик этот сделать. Посмотрим. Может, до 4 только отсюда выйдем. Подъехали к своему контейнеру. Теперь хастера ждем. То есть не хастера, а таппика. А он работает на той стороне. Контейнера передвигает. Тудынь-сюдынь. Наш тоже второй стоит. Надо будет один убрать, вот тот синий. И наш второй взять. Оранжевый-желтый. Не, по-моему, желтый, да? Не оранжевый. Оранжевый вон дальше стоит. Коричневый, желтый, оранжевый. Выскочили с порта. Ну, нам его сегодня еще разгрузить надо. Короче, в 2:20 выскочили с горем пополам. А нам можно в Пьюалап ехать. А пробочки-то везде, ребят. Это уже послеобедничные пробки начинаются. Показывают 3:17. Мы на месте будем. Но это неверно. А нам надо быть там до 4. До 4 не приедем, нас не разгрузят. Скажут, давайте приезжайте завтра. Берем выход 127 на 512. Выходим. Завалили на 512. И берем сейчас каньон, дорогу, улицу. И пошарили дальше. Кто вспоминает, на каньоне мы частенько грузились на флатбеде. И пенопласт, утепление на крышу брали там. Просто досками грузились. Частенько мы там с вами были. Сейчас опять туда шарашим. Вроде 512 бежит. Нам еще 4 мили до каньона. Тогда поставим 10-ю. Так будет быстрее, чем на 9-й, поняли, да? Обязательно дают, чтоб потом не говорили. Дядя Вова зажал петруху, пару лит не дал.
тесноватая компашка, конечно. Буква Z его поставил. Там справа у меня сетка. Как-то так разгружают помаленьку. Подушки на всю задрал, хожу амортизаторы проверяю. Уже потек. Водительская сторона уже потекла. Один. Как там у нас воздушная подушка сидит? Что это она так криво сидит у нас? Ну-ка, на пассажирской это у нас два новых. Снизу с турбинки шлончик мокроватый. Так с первого дня было. Как у нас там, я не вижу. Колесо мешает. Все чики-пуки, ровненько. Рессора не треснута. Так самому интересно. Другой вариант.
со мной на крышу не кататься. Сейчас у меня камера стоит на крыше, на контейнере. Можете сидеть с палки, чтобы вам пакеты не раздражали, да? Кого-то так сильно, вот прям так сильно-сильно. А кому нормально, по барабану, как мне, с такой работой, на сегодняшний день ее практически нету, да? Это тут за паки вообще забудь. Вообще забудь. А наш классный президент Байден, самый классный президент во всей этой самой истории, за него самое большое голосов было. Ну, значит, он самый классный. Подумаешь, там с лестницы три раза упал. Все равно он самый классный президент во всем мире. Значит, он еще на второй срок планирует. И что вы думаете? Выиграет! Опять за него все проголосуют. Все, кто лежат на кладбище, все проголосуют, не переживайте. Даже можете не переживать. Если он Трампа один раз выиграл, второй раз так же самое. Они все сделают, чтобы выиграть. Так что, народ, нам еще долго его терпеть и любить. Терпением спасайте души ваши. Ну, так и делаем. И всех, получается, надо любить. Любим, терпим, спасаем души наши и их. И ваши. Народ, за вас тоже переживаю. Все, мы разгрузились, как говорится, по быстричку. Двадцаточка маленькая. Быстро раскидали, гоним домой. Время 4 часа. Классно.
пятницу я с сороковкой шел, то на сороковку ставил камеру, то там баков не видно, как-то прикольно было. Сороковка ближе стоит до трака, получается, до спальника. А это двадцатка, далеко сидит. Далеко сидит, далеко глядеть. Получается, немного ни туда, ни сюда. Мозоли, да, кому-то глаз. Так что, народ, были бы бабки, я бы поменял. По-любому. Я понимаю, это некрасиво смотрится, сам это не люблю. Люблю, чтобы все было по фен-шую, вы меня знаете. Время придет, поменяем. Ребят, не все сразу. Я и так очень много, кучу бабла вложил в трак за один год буквально. А я обычно это делаю за 2-3 года. Такие деньги вкладываю в трак. А тут, получается, за один год его заделал. Практически с ног до головы. И все это дешево было. Ну, такое дело. Когда работа была, я его заделал. Сейчас работы нету. Я прекращаю тратить деньги на него пока. Так что катаемся как есть. И... Enjoy himself.